Перцы сладкие в середине июля. Да, это Топсад. Добрый день, господа. Так, итак, мы сейчас сделаем небольшой обзор того, что у нас растет в теплице. Вот эти томаты, вот эти перцы Темп от фирмы Партнер. Следующий перец Ла Санта будет красный. Смотрите, какие громадины. Ну, это уже просто какие-то хоботы у слонов. Не понимаю. Здесь. Вот он же, да. Ну, это что-то инопланетное. Смотрите, что творится. И это все благодаря теплым высоким грядкам. И вот. Ну, тут они в землю упираются. Уже, да. Обязательно пускайте. Подпускайте, пожалуйста, две капельные ленты. Обязательно. Перец Дольче Итальяно от биотехники. Итальяно, мафия. Да. Здесь красный бизон. У нас потом покраснеет. И мы его с вами скушаем, да. Слопаем. Ну, это небольшой обзор мы сделали. Когда перцы будут уже окрашиваться, мы сделаем видео и посмотрим их уже в полной красе. Но на самом деле эффект состоит в том, что теплые грядки с капельным поливом, и вот видите, они у нас и высокие, с другой стороны, с бордюрами, поликарбонат 75 сантиметров высоты, это обеспечивает громадное питание растений чудеса, это продвинутая технология. Удачи на даче вместе с томатиками и перчиками, господа, в придачу.